там был знакомый тоже, они тоже этот воздушный шар надували возле Тарханки, помнишь? Да-да-да. Но они надували его, вот, по-моему, ты с ними тоже. Васильевка. Но они надували его и на веревке просто держали. Вон, видите, там огонек. Это газовая горелка. Ну класс вообще. Я первый раз вижу. А я давно еще заприметила, что это такое? Я первый раз вижу у нас в Восточном Казахстане. Это энтузиаст конкретный. Молодец. Здорово. Да, вот летит, пожалуйста, прямо. И прямо на дорогу, что удивительно. Это вообще фантастика. И дешевое это удовольствие. По-моему, самый дешевый шар что-то $20,000, что ли, стоит. Или 10. Надо посмотреть. Но бушный может быть 10, а нормальный. Увеличивай его. Я куда? Еще больше? Еще больше. Я уже не могу. Иди, выходи на улицу. Их там сколько? Двое или он один там? Иди, выходи на улицу. Ну, давай.